СТС Лав представляет. Ты не знаешь, как покорить девушку в интернете? Не надо ставить миллион лайков и ждать сообщения «Я хочу за тебя замуж». Лучше обратись к нам. Наши ведущие научат, как правильно написать «привет», чтобы он не оказался в спаме, как разговор ни о чем перевести в свидание и как сделать так, чтобы оно не стало последним. Как мы все знаем, девушки любят ушами. Это шоу «Наушники». Если человеку плохо, он звонит в скорую. Если плохо без светлой и чистой любви, он звонит нам. Сегодня у нас участники, которые познакомились в соцсетях, но все тщетно. Поэтому они обратились к профессионалам. Да, сегодня будет жаркий выпуск. Я просто парилка. Кстати, у меня предложение. А давай проигравший будет сегодня ходить по улицам города, как после парилки. То есть будет ходить с веником и просить прохожих ловеником этим побить. Голый прям идет. Не будем так шокировать нашу аудиторию, нет. В полотенце. Мне кажется, нас когда-нибудь точно с тобой в полицию заберут. Ну, а почему нас, Игорь? Не нас, тебя заберут в полицию. Ты же это будешь делать. Удачи. Спасибо. А что это я? Сегодня я очень серьезно настроен. Я надеюсь, это передается. За мной. То, что ты до сих пор один, чувак, означает, что мы еще не знакомы, потому что я мастер помогать одиноким людям. Но теперь ты не один. Теперь нас двое, чувак. Привет, меня зовут Игорь. Тёма. Здорово, Тёма. Тёма. Вкусный чизкейк, дай мне, пожалуйста, тоже. Нормально. С ножа, я жесткий. Тысячу комплиментов вашему повару. Тигры выходят на охоту. Готовы? Пойдем. Привет, Дима. Влад. Влад, приятно познакомиться. Как дела у тебя? Не очень. Как такому крутому чуваку могут не ставить лайки? Встань, давай. Смотрите, Артем, 20 лет. Ай-яй-яй! Бро, я бы залайкал такого человека. Друзья, ну смотрите, весь здесь, здесь. По волосам там немножко поработаем. Девушка, телефон стрельнете, потом возьмете. Понятно? В очередь встаньте там. Смотри, заходит девушка на твою страницу. И что она видит? Отличный шкаф! У него есть сушилки для ног. У меня вопрос, почему все фотографии сделаны в помещении? Ты первый раз вышел на улицу? Второй. Селфи, селфи, селфи. Огромное количество селфи свидетельствует о том, что тебя никто не фоткает, и ты, наверное, так себе человек, подумает девушка. Я предлагаю немного сменить фотографии, где ты хотя бы есть во весь рост. Расскажи немножко о себе. Были ли долгие отношения с девочкой? Очень одна понравилась. Ходил за ней везде. Просто ходил? Ну, да, ходил, встречал ее откуда-то еще. Вот, то есть такого плана было. А в итоге сказала, что хочет побыть одна. Да. Было очень обидно, но... Хочет побыть одна. Пошла в лес, наверное, за дровами, чтобы подкидывать их в костер одиночества и встретить с ним старость. Профиль на английском языке и написано «Влад» русскими буквами. Это вызывает много ненужных вопросов. Меняем фотографии и переводим все на русский язык. Но я перевести не смогу, ты помоги. И теперь Инстаграм привязан. Страничка вроде норм. Смотри, огонь. Yes. Ставим лайк. Девушкам. Какая-то из них точно ответит. Вот как тебе это, смотри. Вот, смотри, пожалуйста, сидит, пьет. Сок не люблю. Вот они все, вот они. Идите к нам сюда. Кто не знает, в Тиндере вправо это лайк, влево пропустить. Смотри, глаза красивые. Хорошо, вот сидит на шпагате девчонка. Отлично, вот, смотри, с собакой, красивая собака. Твой формат? Нет? Вот это нормально. О, вот хорошо, это да? Нормальный вариант. Лайкаем, да? И в ответ получаем лайк, и это мэтч, господа. Объясняю, кто не знает. Ты лайкнул, тебя лайкнули в ответ, это мэтч. И это победа. И мы сразу что делаем? Правильно пишем ей сообщение. Как? Какой ты молодец, держи. Ладно, давай дальше. Лайк. Лайк. Свайпаем. Опа! It's a match! Match magic! Есть! Нам поставили лайк, теперь мы наконец-то можем начать переписку. Работаю парикмахером, плету африканские косички и дреды. Давай обратимся к ней как к профессионалу. Да. Так и напишем. Обращаюсь к тебе как к профессионалу. Мне подойдут дреды? Отправляем. Ждем-с. Видно, дреды сейчас плетет, занята. Боже мой, она потрясающая. Фотографии супер. Ну, рад? Конечно. Только я думаю, она мне не напишет.
Тебе она не напишет. Но мне она напишет. А я это ты, ты это я. И вообще, поэтому я напишу сообщение, а ты подтвердишь. Вам ответ yes! Я финансово в этом заинтересована и всем говорю, что подойдут. Сегодня определенно твой день. Может, казино махнем? Причешем, нагладим, помоем. Ух, будешь блестеть. Пойдем за мной. Теперь пришло время реальных преображений. Наши наставники сами решат за участников, как должны они выглядеть, чтобы понравиться девушке. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Операционное кресло готово, срочно. Тампон, зажим. Тёма, может быть, не будем стричься и оставим все как есть? Нет, сразу нет, будем стричься. Потому что если мы оставим все как есть, то ты и останешься как есть. Один. Ну-ка, давай, признайся мне в любви, как будто это она. Дима, я тебя люблю. Это конец. Самые интересные места, где было свидание у тебя? На рэп-батле. А с рэпом у тебя как дела? Может, мы и фристайл какой-то зачитаем? Нет. Не будем, да? Не люблю я рэп. Не любишь рэп и водил ее на Versus Battle? Самый романтичный поступок в твоей жизни. Повел на выставку кошек. Чтобы купить ей кошку. Купил? Купил. И бросил потом? Нет. А что с ним? Кошка умерла. Смотри, она такая нежная, какая-то маленькая, какая-то чувственная. Как будешь ухаживать за ней? Просто проявлять внимание, показывать свою симпатию. Я считаю, что это и есть ухаживание. Боюсь, симпатии будет мало. Нам нужны действия, дружище. Какие действия будешь совершать? Я бы увез куда-нибудь. Это нормальный план. Анюта, жди. Мы тебя украдем. Я тебя украду. С тобой пропаду, если... Милый мой... Здравствуйте. Чему не попасть. Че, чай, кофе будешь? Стоп! 4:35. Настя, идем на рекорд. Иди погуляй. Теперь наши участники должны придумать место встречи. Не банальное кафе и вход в метро, а место, которое поможет им показать себя с лучшей стороны и привлечь внимание девушки. Она готова встретиться. Нам нужно придумать, где. Самое малое, конечно. Ну, предлагай, какие варианты? Музей. Хорошо, но плохо. Это слишком скучно. Надо, чтобы что-то вы делали вместе. Так, Чехов, думай. О! Интерактивный музей. Что это? Да откуда я знаю, что это? У меня просто есть билет, и пойдешь туда. Она плетет ловца снов. То есть что-то воздушное, да? Воздушный змей. Давай запускай с ней воздушного змея. Романтики хоть отбавляй. Можно попробовать. Да как? Нужно попробовать, бро. Пиши. И я приглашаю тебя в интерактивный музей. Я надеюсь, она тоже не знает, что это. Прекрасно. Ты прям постарше стал, как будто года на два. Перед тем, как мы запустим воздушного змея, я предлагаю запустить процесс переодевания. Вперед! Ну что, Берта, мы готовы? За мной! Нау-наушники! Нау-наушники! Место встречи выбрано. Теперь участникам нужно подобрать подходящий прикид. И здесь у наших подопечных нет выбора. За них все решат наставники. Ну что, Тёма, вот он, райский сад запретных яблок, тряпок. Вещи – это один из основополагающих элементов на первом свидании. Рубашка – это хорошо, но мы идем куда? В интерактивный музей. Вот, смотри, твой вариант. Хорошо. Держи белый, майки. Какие-нибудь... Давай, Влад, какие-нибудь штаны, выбери, любые штаны. Смотрите, такие же штаны носил Че Гевара, а он был бунтарь. Ты бунтарь? Ты хищник? Я не слушаю из тебя. Я же бунтарь. Ха-ха! Хорош, дай пять. Опа! Я бунтаря обманул. Держи, штаны. Пойдем переодеваться, мэн. Твоя гардеробная, пожалуйста, ждет тебя. Там маленький сюрприз. Я поставил там капкан любви. Стоп! Маленький аксессуарчик, подарочек от меня. О, рыцарь Ланселот! Стильно, модно, молодежно. Мне не нравится. Ты споришь с боссом? Да. Мне это нравится. Ангелин, ты, короче, туфлю свою забыла у меня. Не знаю, давай решать. Ладно, перезвоню.
ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ау! Ти-ти. Так, ну что скажешь? Ну, это явно лучше, чем то, что было. Угу. Но не могу сказать, что идеал. Почему? Ты сразу на военного похож, какой суровый молодой человек. Я запускаю не только воздушные змеи, но и какие-нибудь еще ракеты земля-воздух. Вот другое дело, красава, мне так нравится. Вперед. Жди нас, бейба! Ну, слушайте, ну это отлично. Тебе нравится? Нет. Тебе я не бы нравится? Взял только рубашку. То есть ты со мной споришь? Да. А что ты со мной споришь? А я же бунтарь. Если кто-то здесь нарушает правила, то это я. Берем одну рубашку. Для того, чтобы все прошло так же гладко, как и в интернете, наши наставники будут следить за нашими героями и подсказывать им через скрытый наушник. Так, ну что, дорогой, держи самое важное. Это наш воздушный змей. Как управлять змеем и девушкой, я буду говорить тебе вот в этот наушник. Я внутри тебя буду как навигатор вести тебя по маршруту идеального исследования, понял? Да. Слушай, не лихать. Тигр! Хищник! Рыба! Проверка связи. Змей, змей, змей. Это устрица. Как слышишь? Отлично. Супер. Пожелаем нашему Горынычу попутного ветра. Привет. Добрый вечер. Артем. Аня. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Влад. Ой, здравствуй, Берта. Давай, бро. Стараемся без инструкции. Так. Давай, подержи, чтобы не увлекся. Теперь надо... Прояви все свои инженерные способности. Там должна быть дырочка где-то. Да. Вот дырочка. Давай его придерживай. Сейчас посмотрим, что там еще есть. Давай, держу. Держи меня крепче, детка! Спасибо. Спасибо. Пропусти ее первой. Пожалуйста. Благодарю. Девушка, вперед. Ну, какая лестница красивая. Она стала еще красивее, когда ты на нее взошла. Она стала еще красивее, когда ты на нее поднялась. Спасибо. Влад, тигр, 24/7, тигр! Пойдем наблюдать. Это прибор специально измеряет громкость. Прикоснешься губами, скажи, ну вот теперь мы как будто целовались. Теперь мы как будто поцеловались. Пошли дальше. Смотри, значит, по логике он может быть натянут, и я его из натянутого положения буду отпускать все больше и больше. Ей нужно отойти на какое-то количество метров и над головой его держать. Тебе его нужно держать над головой. Ой-ой-ой, какой ветер. Да. Да, выше, выше, чтобы поймать направление ветра. Вот, почти, почти. Теорию ты сдал на пятерку, бро, осталась практика. Это странное ощущение, конечно, стоять без головы. О, ничего себе. Оцени ножки. Как вы придумали хитро, да? Можем пойти дальше. Там самое интересное. Прояви интерес, узнай не больше. А расскажи мне побольше, чем ты вообще увлекаешься? Музыка, и в этом есть вся моя жизнь. А спой что-нибудь. А ты можешь мне что-нибудь спеть? Могу на мексиканском, могу на армянском, если хочешь. Давай экзотично, давай. Давай на мексиканском. Открой рот, удивляйся. Прям даже можешь помотать головой, типа, нифига себе. Наш хищник-то, смотрите. Браво, браво. Очень красиво, прекрасно. Бро, тебе нужно проявить немножко заботы. Скажи, что смотри, чтобы ты не поранилась. Будь аккуратна в том, что... Чтоб тебя случайно, ну, палец Конечно. Никак этой штукой не задел. А тут зачем нам девушка без пальца? Во, как раз ветер пошел. Сейчас северо-западный получается. В натяг. Давай, бро, я уверен, у нас должно получиться. Пускай, готова? Хорошо. Раз, два, три. Короче, все, больше никаких змеев. Давай попробуем наоборот. Мне как бы самому интересно стало, взлетит это или нет. Я хоть сам сейчас пойду попробую, я не знаю, что делать. А как ты относишься к животным? Я люблю очень животных. У тебя есть какие-то животные? Нет, к сожалению. У меня есть только татуировка кота. Красавчик. Да, покажи. А, пожалуйста. Какой маленький. Ничего себе. Скажи, а ты же по знаку зодиака лев. Видишь, мы близки. И ты как раз по знаку зодиака лев. А, я лев, я большой. А я маленький котейка твой. А я твой маленький котейка. Сам посмейся, это просто шутка, да. Надо, чтобы этот чертов змей взлетел. Так. Точно ты уверен, что так далеко нужно оттягивать? Вот, ко мне стрелочки, да. Во. Бро, я верю в тебя, давай, сейчас вот, сейчас должно все быть. Давай, пускаем. Отпускай. Ну, бро, красава, ты мощь! Круто!
хозяин, монстр, ты доминируешь, ты мощный. Скажи, что я предлагаю пойти согреться в ресторан. Мне очень можно, нравится. Мне кажется, вскоре будет потихоньку двигаться, погреться в ресторан, потому что ветер очень сильный. Я смотрю, ты замерзла. Да, немножко. Все было супер, у нас все получилось, но больше никаких змеев, никогда. Нау-наушники. Нау-наушники. Пришло время нашим участникам познакомиться поближе со своими спутницами в более романтичной атмосфере. Также у наших героев будет возможность заработать подарки для своих возлюбленных. Приготовься проигрывать, друг мой. Да, я умею это делать, мне это несложно. Мои ну пришли. Что, поехали. Ну как, согрелась хоть? Да, слушай, здесь очень тепло. Да, слышно меня? Магни глазом. Я бой. Красава. Ты пишешь сама песни? Я стараюсь, да. И музыку пишешь? Офигеть. Музыку ты пишешь, это, конечно, очень здорово. Офигел так офигел. Я пишу песни, могу написать тебе? Могу написать песню тебе в виде какой-нибудь маленькой истории. Сейчас? Скажи импровизация, хорошо, слушай, слушай. Хорошо, давай спасибо. Импровизация. Спасибо. На самом деле мне нравилась только ты. На самом деле мне нравилась только ты. Мой идеал и мое мерило. Мой идеал и мое мерило. Первая возможность заработать подарок. Красивый букет для своей возлюбленной. Тебе за 30 секунд нужно произнести 3 раза слово «гипсокартон». За это в конце свидания я принесу тебе букет цветов красивый, и ты ей подаришь. Время пошло. Тебе знакомо вообще понятие «гипсокартон»? Ну, я представляю, что это какой-то стройматериал. Раз, есть. Помню, как-то у нас была история про гипсокартон. Раз. Еще 2 раза. Я пошел с ним в магазин. И по пути нам встретился человек, который продавал гипсокартон. 2, молодец. У меня была история, я как-то дома очень вышел из себя и вдарил кулаком в стену гипсокартонную и пробил. И мне пришлось этот гипсокартон где-то искать. 2 раз 15 секунд. И в итоге, родители были в шоке, и мне, я побежал в магазин, просил там гипсокартон. Есть ли у вас гипсокартон? И есть, в итоге есть, супер. Красава. Купил его, красава. И пришлось прилаживать затем дырку в стене. И братик мне говорит: Влад, я очень хочу забрать этот гипсокартон домой. У тебя есть букет цветов. Гипсокартон. Да. Вторая возможность. Вызвать такси класса люкс. Если бы ты хотела стать животным. Ну, просто предположим, кого бы ты предпочла? Итак, бро, у нас есть 1 минута, за которую тебе нужно съесть салфетку. За это вы поедете домой на такси класса люкс. Время пошло. Да. А ты знал, что салфетки очень полезны? Что? Салфетки очень полезны. Полезно есть их? Давай вместе съедим. Салфетку? Да. Да это даже несчастливый билетик. Писала вроде, что путешествия любишь? Да, люблю. Я путешествовала по теплым странам, была в Индии, в Таиланде. Я могу скинуть тебе фотографии и рассказать несколько интересных маршрутов по разным странам. Бро, ты будешь есть салфетку, нет? Не едешь домой на такси, да? Мысль была в голове и потерял. Что-то хотел тебя спросить. Говори, не молчи, бро, не молчи, не молчи. Маршрутка ждет, ребят. Вот, кстати, там мост, по-моему, есть. Смотри, сейчас, подожди, вот. Опа, красава. Умница, умница. Моя умница. Нет, извини, перепутал с тем. Вот я бы, знаешь, подлетал где-нибудь над этими локациями. С чаем? Да. А как же вилочка, ножичек? Живите, только там. Пусть она пусть долго ест. Спасибо, ты ешь уже прямо сейчас. Твое здоровье. Твое здоровье? Сидит чувак на свидании, вдруг все классно, вдруг он... Мне нравится жрать салфетки. Я вот так сделаю, чтобы еще повкуснее было. Ничего, да? Нормально? Да, конечно. Можешь мой салат, если что? Она это точно забудет не скоро. Я думаю, это тебе точно запомнится. Я думаю, тебе тоже. Я думала, был необычный музей, а необычным оказывается ужин. А почему он все время еду держит за щекой? Он хомяк? Салфетка. Ты попробуй съешь салфетку за 5 секунд. Мой заточил вот так. Третья возможность. Победитель получает сертификат в СПА-салон.
Я достаточно долго изучал английский. Приехал осенью в Португалию. Я там четыре месяца жил, там, по обмену учился. У нас третье задание. Вот, я приехал. Если ты сделаешь ей массаж головы в течение 30 секунд... Как приз ты получишь суперкрутой, самый лучший спа-салон, билетик для нее. Время пошло. Скажи мне, пожалуйста, честно, ты устала за сегодня? Ну, может быть, немножечко, чуть-чуть. Знаешь, я практиковал пару лет назад навыки массажера. Если хочешь, я могу сделать тебе массаж. Знаешь... Массаж головы, не переживай. Я не переживаю, но вынуждена отказаться. Мне нравится, что... Да, с точки зрения ухода, как вообще это... Так же, как с обычными волосами, можно чуть реже их мыть. Ну, когда у меня были свои волосы, я постоянно пыталась их по-другому уложить, перекрасить, расчесать, выпрямить, закрутить. Бро, будешь, на то многие девушки такое. А когда сделала дреды, поняла, что так удобно. И просто или можно ты их завязывать будешь, под 15 раз в несколько месяцев. Если ее салат доедать будет. Ты просто вряд ли его не знаешь. Думала, тебя... Смотри, скажи, скажи, просто закрой глаза. Закрой глаза, встань, обойди и делай массаж. Закрой глаза. Страшно. Не бойся меня. Я не буду тебя целовать, не переживай. Ладно. А теперь встань. Встать? Да. Что меня ждет? Поверь ничего, мне, просто поверь. Я могу, чтобы ты не упала. О, профессионально. Да, спасибо. Ты просто... Сразу чувствуется. Я, точнее, просто... Можно я... Просто потрогаю дреды, мне очень интересно. Я никогда в жизни их не касался. Просто, пожалуйста. Просто как это вообще? Сделай массаж ей уже, черт возьми. А это что по своей сути? Это... Игорёша, Игорёша. Чувствуешь, как прилив сил идет? Да. Скажи, прости, что я пошел тебе наперекор, но я знал, что тебе понравится. Прости, что я пошел тебе наперекор, но я просто чувствовал, что тебе понравится, поэтому просто не мог удержаться. Ладно, не парься, не парься. Надеюсь, в городе будет тепло. Ну вот и настал главный момент. Согласятся ли девушки продолжить свидание с нашими парнями? Поехали. Мне очень понравился сегодняшний вечер. Я хочу подарить тебе этот сертификат спа-салон, чтобы ты всегда оставалась такой же красивой. Спасибо тебе большое. За этот день. Ну, он же был хорош, по-честному. Он же был крутой очень. Я бы рада с тобой продолжить общаться. И сейчас я вынуждена уехать. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Да что-то не так, я не понимаю, клянусь. Ну что, по-моему, отличный сегодня был вечер. Да, мне очень понравилось. Спасибо тебе большое. Как смотришь на то, чтобы, может, еще поехать сегодня куда-нибудь? Скажи да. Ну, скажи да, скажи нет. Скажи да. На развод мостов посмотреть. Клуб не хочу. Ну? А по центру можно погулять. Yeah! Поехали. Благодарю. Вот, Дмитрий, на вас смотрит сам петербургский банный бог. Вылитый я. Ну, честно говоря, вообще ни капельки не похож. Вот если бы сегодня в споре выиграл, был бы приблизительно похож, а пока что нет. Я вас, Дмитрий, поздравляю, у вас сегодня банный день. Держите ваш банный реквизит. Давай, не парься, короче. Думаешь, я сдамся? Давай. Жаркий денек! Давай, бро, пошел. А можете помочь? Спина вообще... А, у вас руки заняты, да? Ну, не так сильно, мальчик! Could you please help me with my back? Oh, yeah, please, Russian bunny. Stronger. Yeah, cool. А что это вы от меня отбегаете? Серьезно, попарить, прям дотянуться не могу. Да как, зачем? Потому что... Да. Друзья, у вас есть прекрасная возможность отхлыстать Енина сегодня. Бесплатно. У меня уже все болит. Веник Игорь подобрал. Посмотри, банные любители Петербурга. Разве это веник? Это какой-то вообще мочалка, Игорь. Что это такое? Иди работай, иди мойся, давай, куда на ты? Халтурщик, коляшек. Hello. I need... Wait a minute. Хорошо. Ой, вообще замечательно, молодец. Понял, Игореха, умею из минусов делать плюсы. Солнышко, какой твой номер? Девчонки, я скоро зайду, сейчас попарюсь и зайду, хорошо? No! Друзья, а в следующей передаче мы будем наполовину чище.
Это шоу «Наушники» на СТС Лав.